الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Продолжается месяц Рамадан. الحمد لله. Сегодня уже какой день? 16-й день, 3-й Джум'а. Вспомним аят из суры Кахф, где сказал Всевышний. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. С имени Аллаха милостивого, милосердного, милующего. Хвала Аллаху, который ниспослал своему рабу книгу, и нет в ней кривизны. Это ценная очень книга, чтобы предупредить о тяжелом наказании, о тяжелом испытании, которое может постичь людей от Всевышнего за их непослушание, и чтобы обрадовать верующих людей, совершающих благодеяния, о том, что их ждет прекрасная награда, в которой они будут вечно пребывать. Первый аят. Второй аят. То есть не второй, а 27-й. 27-й. Аллах говорит, бисмиллахир рахманир рахим, это все вот описание Корана, да? Аллах говорит пророку, алейхиссалям, «Ватлю ма ухия илейка мин китаби роббик», читай, о Мухаммад, салям, и его последователи, то, что внушено тебе из книги Господа твоего. Пророк, алейхиссалям, получал внушения, откровения, вахи, и передавал их. И то, что ты получил, читай, повторяй, изучай. Почему? «Ля мубаддиля ли калимати», потому что его слова не меняются. Кто крепко держится за книгу Аллаха, он тоже будет неизменчивым, стойким, непоколебимым, как дарахти бариша, а? Как дерево, имеющее крепкие корни. Его ураган, снег, смерч, иншаллах, не повалит. А если корней нету, ну, просто все молятся, я молюсь, все постятся, я постюсь. Если источника нету, может прийти какой-то ураган, или фитна, или испытание, или горе, или радость, и человек может склониться под этими жизненными этими изменениями. Вот. «Ля мубаддиля ли калимати», его слова не меняются. «Валян таджида мин дунихи мультахада», и ты не найдешь себе, кроме него, убежище. Вот. И один человек пришел и спрашивает у ученых. «Я, говорит, хочу разговаривать с Аллахом». «Хорошо, встань, читай намаз, будешь разговаривать с Аллахом». «Я, говорит, хочу, чтобы Аллах со мной разговаривал». «Хорошо, встань, почитай Коран, Аллах будет с тобой разговаривать». Вот поэтому у нас все инструменты есть, альхамдулиллях, остается только ими пользоваться. И месяц Рамадан для нас в этом хорошее подспорье, но он уже подходит к концу, уже началась его, как вот луна, сначала маленькая, потом так, наполняется, наполняется, потом полный становится, потом опять уменьшается, и каль-урджуни л-кадим, как старая ветка финиковой пальмы придет, так и Рамазан уже пошел на убывание, на убывание. И он, иншаллах, закончится, и он закончится. Но наши поклонения не должны заканчиваться. Дополнительный руза, дополнительный тахаджуд, дополнительный садака, дополнительные какие-то усердия на пути Аллаха. Вот вчера мы вспоминали про эти ковры. Вот. Говорит, ребята своими руками, вот а как мураши, говорит, таскали, бегали. Я говорю, что, да, так все саваб хотят, говорит. Так аккуратно принесли, все поставили, машаллах. Рамазан баракаты блян, да? Но опять-таки практика показывает, заканчивается Рамазан, и у человека падает энтузиазм. Хотелось бы, чтобы он еще продлился на более далекий срок, не на 1-2 дня, а побольше. И по этому поводу очень много тоже аятов, хадисов, что говорит «Ахаббуль а'маль иляллах адвамуха ва ин каллат». Самые любимые дела перед Аллахом постоянные, даже если они немногочисленны. И в народе тоже говорят «Ах масада тамып турсын». Даже если не бьет ручьем, пусть капает потихоньку, потихоньку, потихоньку.
и потом будет баракат. Все, наверное, да? Время вышло, да? Все, делаем дуа. О Аллах, прости, помилуй нас над землей, под землей, и день встречи с тобой. Дай нам баракат в Коране, дай нам баракат в намазах, дай нам баракат в ифтарах. Защити нас от проклятого шайтана. И в последующем, после Рамадана, тоже, иншаллах, иншаллах, если суждено нам жить, Аллах знает, помоги нам продолжать делать добрые дела. Аллахумма инна аля викрик, ва шукрик, ва хусни ибадатик. وصلى الله سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين